Дорогие друзья, в прошлый четверг мы рассказали вам о человеке, долгое время работавшем инспектором по культуре Куйбышевского горосполкома, Лидии Алексеевне Шуваловой. А вот сегодняшний наш рассказ еще об одном человеке культуры, которого зовут Галина Яковлевна Котляр. С ней нас тоже познакомила история Лидии Алексеевны. А мы знакомим вас, потому что такие люди – это и есть наш город, его история и самое главное из событий. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».